как и быть порядок, ваше благородие? По какому сосвету? Почему тут? И запишите палец. Кто кричал? Иду я, ваше благородие, никого не трогаю. И вдруг это поздно, меня ни с того ни с сего запалит. Вы меня извините, я человек работающий. У меня работа очень мелкая. Пусть мне заплатят, а может, эти пальцы неделями не пошевелят. Хорошо. Че собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Я ему покажу куски дома. Ели. Узнай, че собака. И составляй протокол. Че собака спрашивай. Это кажется генерала Жиганова. Генерала? Мика, Елин, с меня пальто. Боже, как жарко. А ну скажи, как она могла тебя укусить? Она такая маленькая, а ты помни, какой большой. Он ваше благородие. Тебя рести ей можно. Ясно, Анна. Анна, не будь дура. Утяпный. Врешь ты, все. Если не видел, так не ври. А если я вру, пусть судья разберет. Молчать, не рассуждать. Нет, это не генеральская. У генерала таких нет. Он не вел все больше на горе. Ты верно знаешь? Верно, ваше подробно. Я и сам знаю. Собака генерала породисти, дорогие. И это шок знает что, ни счастье, ни вида. А может быть ты генеральская? На морду не генеральская. Конечно, генеральская. На века, братилин. На меня пальто. Что-то ветра подуло. На вид. Ты отведешь собаку в генералу. Скажешь, что я нашел и прислал. А, вон повар генеральский идет. Эй, Прохарь, погляди на собаку. Ваша? Видома, у нас таких дней тогда не было. И спрашивай, тут долго ничего. Она дикая, и жида сказал, и дикая стала бить. И дикая истребит. Вот и все. Это не наша. Это генералова брата, что вчера приехал. Наш я помню завтра. Зараз вы браты их не приехали. Владимир Иванович. И что, господа? А я не знала. Погостите, приехали. Вы гости. И что, господа? Соскучали по брате. Так это их собака. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Сестра такая. Зап, это вас собака. Эй,